В Самаре на территории спортивного центра «Чайка» состоялась зимняя спартакиада детских дворовых команд. Разные районы города выставили своих участников. Это школьники в возрасте от 11 до 15 лет. У нас есть много тренеров по месту жительства, и они могут показать свои команды, дают детям возможность поучаствовать, просто повеселиться, получить прекрасные призы и весело провести время. В каждой команде по 16 человек. Они разбиваются на четверки и соревнуются в своих дисциплинах. Соответственно, дисциплины тоже 4. 3 традиционные – шорт-трек, лыжная эстафета, бег с препятствиями. Так, умничка. Давай, еще немножечко. И дисциплина, которая появилась в этом году – бег и стрельба из лазерной винтовки. Как отмечают организаторы, некоторые ребята за несколько секунд могут выбить все световые мишени. Ребята должны поразить 5 мишеней, каждый игрок из команды. Вот. И это все идет на время. То есть если вдруг происходит промах по мишени, соответственно, игрок бежит штрафной круг вокруг конусов. Вот. И все засекается на время. То есть ребята стартуют от того конуса до стола и, соответственно, там же должны завершить. Результаты суммируются, победители определяют как по видам спорта, так и в общекомандном зачете. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, «События».